Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с мамой будем снова распаковывать посылку с сайта Василёк. Да. Очень мы его любим. Сейчас все покажем. Итак, вот мой заказ. Набрала кучу всего. Куча-куча. Вот. Значит, начнем с мужа моего. Так как он у меня рыбак, лесник и всякое такое, я ему взяла вот такие две маечки. Взяла 56 размера, но вот смотрите, они не такие уж и большие. То есть, ну, маломерит. Мужская одежда, она маломерит. То есть, это, наверное, 54 размер. Вот видите, я руку прикладываю, и получается... Ну, я думаю, что это 54 размер, да? Всего, по виду, да. По крайней мере. Но не 56, это точно. 56 был бы больше. Плюс это хлопок такой неплотный. Вот, то есть может еще немножко подсесть. Ну, мужу, наверное, хорошо будет. В общем, вот такая у него расцветка. И вот такая. Да. Это летом, это осенью, да? Ну да, сезон, да. Сезон на маскировку. Вот, да. И взяла ему еще домашние шорты. Вот такие, в клеточку, в красную. Вот. Тоже взяла я размер 54-й. Ну вот видите, смотрите, резинка какая. Ну это не 54-й. Это не по резинке, ты ниже. Вот где кармашек. Вот у них еще видишь кармашек? Вот. Вот. Да, но это не 54-й. То есть на размер меньше, мне кажется. 100%. Да. Вот. Тоже тоненький хлопок для дома. Вообще супер. Вот. Вот такой вот, видите. Так, взяла еще. Вот здесь вот я взяла племяшки, но одну футболку хочу померить своему сыну старшему. Может быть, подойдет. Почему? Потому что, вот смотрите, взяла две футболки одинаковые, 46 размера. Ну, тоже как бы для дома. Хотя они, на мой взгляд, прикольные. Одна белая, вторая серая, с точно такой же надписью. Одинакового размера, 46. Вот я их приложила вот с этой стороны, шов к шву. Вот видите? И вот какая разница. Я думаю, что вот это вот попробую. Единственное, что она ему будет длинная. 100% и, может быть, даже велика. Это 46 размер. В мужском отделе я взяла вот эту беленькую. И вот эта белая, она такая более хлопок, а вот здесь вот более такая трикотажная. Такая, ну, как под трикотаж, мне кажется. Видите, какое? А это именно хлопок. То есть я, наверное, серую точно племешу, потому что ему, наверняка, подойдет. А вот эту вот я попробую померить сыночку старшему, если ему подойдет, то оставлю ему. А это племешу. В общем, вот такие две футболки. И еще вот такие шорты тоже племешу взяла. Такие тоже, они как вот эти красные. Тоже маломерят. Вот, такие же тоненький хлопочек такой вот. Так, дальше взяла нижнее белье. Тоже мельком покажу вот такое. Вот это нам больше понравилось, мужское, это для племеша. Вот с такой резиночкой оно. А вот это вот... Вот с такой резинкой. И взяла ему семейные трусы. Вот такие вот. Это в них спать, да. Кстати, прикольно. Они единственное не тянутся, а просто обычный вот такой хлопочек. Качественно сделано. Все швы тоже качественно сделаны. Ну, это... У меня, кстати, и дети тоже спят в таких трусах. Вот. И племянник тоже. И вот здесь вот, в общем, вот такие трусы. Так. Нам с мамой я взяла вот такие колготки. Верблюжья шерсть, кашемир, эластан. Значит, себе я взяла самый маленький размер, это 42-48. А маме я взяла 54-60. Мама их уже одела на себя. Да. Вот они. Очень, кстати, маме они понравились. Ой. Да, мама, правда, в платье тут. Да, вот. Специально. Да. Очень они такие плотные, да? Во-первых, плотные. Ты покажи внутри, что там. А что там? А потом же этот самый, как на, не начес, а этот. Мех искусственный. Рыбий мех. Ну, я называю это начес, да, вот такой. Не начес, вот. Это маленький ворс. Маленький ворс такой, да. И они не колятся. Они не колятся, абсолютно. Не колятся. Очень мягкие, очень плотные, эластичные. Мама даже немножко скорректировала область живота. Почему? Да, и здесь идет еще, видите, вот такая вот резинка толстая. То есть, в смысле, широкая. То есть не будет впиваться. Это вот на зиму отличные колготочки. Да. Так что мы с мамой... И подтянула я их. Вот у меня сейчас резинка прямо под грудью. То есть, да. В принципе, если у кого вот здесь вот пошире, угу. То будет нормально. То есть она не будет вот так вот натянула. Вот до сюда резинка на уровне пупка, а когда
ходишь, она так все опускает. Да, все ниже, ниже. Да, есть такие колготки. Да, у меня тоже такие были. Опускается, опускается и упирается, в принципе, если ты в брюках. Ну да. Посчитай до низа. И вот тут у тебя резинка. И даже если вот вы в платье, например, вот мама, да, в платье, и не видно вот эту резинку, то есть нигде не перетягивает, потому что она, во-первых, высоко, а во-вторых, потому что она широкая. Вот она. Да. Там сантиметров. Ну, такая, наверное, сантиметров 5, наверное, 5-6. Да, так что ширина. Колготки нам с мамой вообще очень понравились. Хорошо. Классные. Главное, не колется и верблюжка, потому что у меня были леггинсы верблюжка, я их под брюки одеваю, они колются. Хотя полезно, когда колется. Да? Да. Это типа иглотерапия получается. Антицеллюлитный массаж? Нет, для вен. А, да. Себе я еще заказала вот такое платье домашнее. Размер у меня... Какой у меня размер? 42. Детский. Детский. Видите, 100% хлопок. Ну да, оно такое хлопковое. Внизу где-то такая рюша. Я, в общем, померю, покажу на себе. Но померю не глажное, потому что я хочу все это дело еще состернуть. Как всегда, вот такая рюша красивая. И вот такой рукавчик. Ну, такой рукавчик, да, 3/4. Ну это я дома буду ходить. И мы с мамой еще решили совсем утеплиться, продолжить дальше утепляться. И купили себе еще вот такие тапки. Мама себе выбрала вот такие. Это она мне в прошлый раз, когда я заказывала, говорила: «Наташа, мне только не розовые». Да, я разве говорила? Ну да. И она взяла себе розовые сердечки. Занятия. Да, это она, кстати, на занятия будет свои ходить, потому что там у них на первом этаже, да, у вас? Мы на первом этаже и 6 часов с этим занимаемся, в обуви в уличной жарко. Да, вот она все вот такие тапочки. Они легенькие и... А какие они тепленькие. Да. И, кстати, они очень долго носятся. Вот я себе еще взяла вот такие розовые. Да. И вот такие вот синенькие. Ну, это не розовые, это, по-моему, у них фиолетовые шли на сайте. И вот такие вот синенькие взяла. А вот сейчас, цвет морской, кстати, волны, не синие, это цвет морской волны, не надо. Цвет морской волны. Ну да, волны. Вот он вот так вот выглядит. Сине-зеленый. Вот, сине-зеленый вот такой вот. А, кстати, сейчас я в тапочках тоже из василька, которые заказывала. Первые, по-моему. Самые первые, уже почти год там назад. Посмотрите, они нормальные. А ты внутри покажи, вот ты уже стираешь. Я их уже поносила внутри. Вот они внутри, я извиняюсь, я их тут, правда, поносила. Вот они. Единственное, что вот с этой стороны стирается, ну, шерсть собачья у меня налипает. А так вот они. Я их стираю в стиральной машинке на быстром режиме 28 минут. Что-то у меня 30 градусов, 800, нет, 600 оборотов. И ничего? И ничего с ними вообще не стало. Вот. Единственное, что они от стирки становятся все мягче, мягче, мягче и мягче. Мягче чего, вверх? Ну, они такие более свободными становятся. Я их иногда вот так ношу, иногда полностью одеваю. Вот. Кстати, очень хорошо. А мягче они еще становятся, потому что с ноской и со стиркой вот это вот немножко, ну, приминается вот это вот... Мех. Мех, да. И они становятся такие потоньше. Ну, в общем, они мягче становятся. Если добавите кондиционер при стирке, так вообще с ума можно будет сойти. Нет, они очень хорошие. Очень, да. Маме тоже очень понравились. Это считай, что как носочки одеваешь. Ну, да. А маме я заказала вот такой... Что это такое у нас? Джемперочек. Джемперочек, футболка из вискозы. Вот здесь вот написано 100% хлопок. Нет. Но где ты тут нашла что-то? Внутри, на шве. Вот, да, вот нашла. А вот здесь вот написано вискоза. 70% P25, лайкра 5. Полиэстер, да. Лайкра. В общем, это мама тоже себе на занятия ходить. Ну, мама, да, у нас пропадает на занятиях. Да. Вот, вот с такой вот штучкой. В общем, померить тоже мама покажет. Но ну, очень... такая. По качеству великолепная. Да? Шелковая, шелковистая такая вот. Еще маме в комнату тоже сейчас покажем. Заказала вот таких два чехла. Тоже вот этот плюш-велюр. Очень они нравятся, очень мягенькие, прикольные. Да, мам? Да. Тоже покажу, как смотрится мама в комнате. Ну, потому что тебе подушки. Я хотела, думаю, я вышью там это. А потом посмотрела на моих подушках. Да, Лимон, ты там вышивал уже. Вот. На моих подушках кошки лежат, жопки сидят, детские. А это я заказала своему младшему сыночку ходить в садик. Ну, не знаю, сейчас садика заберу, померю, тоже покажу, как смотрится. Я взяла на рост 128 вот такую кофточку. Это хлопочек. Ну, как это? Хлопок, да? Трикотаж? Что трикотаж, это такое? Да. Это такая трикотажная. Ну, внутри посмотрим.
написано 95% хлопка, 5% лукры. Угу. Хорошая качество. Вот такая очень хорошая. Как раз ему в садик. Я ему хотела там, чтобы в группе у него лежала, мало ли прохладненько, чтобы он мог одеть. Да и вообще потом летом ходить тоже прикольная такая. И вот такие две, ну как это, типа толстовочки, но они не утепленные. Это мне хорошо, потому что он у меня носит в садик майку. И, ну, такой под низ. И поверх что-то я ему одеваю. Вот такие вот дела, две ему кофточки симпатичные в садик. У меня как раз бедняжка в садик пошел. Вот. Так что вот такие симпатичные. Но они тоже тоненькие. Это хлопочек тоненький. То есть, видите, без начесика такие сделаны. Но очень качественно. Вот детская одежда, кстати, она у них не маломерит. На мой взгляд. Я тоже взяла... По-моему, на 128 я взяла ему. Вот, так что сейчас все померим, покажем. Так, вот моя модель пришла с садика. Как у тебя дела в садике? Хорошо. Вот первая кофточка, повернись спиной. Ну, она немножечко ему длинновата, но хорошо. Так, с учетом на вырост, сказал, завтра пойдет в садик, да? Так, давай следующий. Я буду в садик ходить. Да, очень ему понравилось. Так, давайте следующую. Так, вот следующий. Очень, кстати, симпатичные кофточки, да? Тебе нравится? Поверни спиной. Ну, немножечко они ему большеваты, но хорошо, как раз целый год хоть проходит, да? Тебе нравится? А что глаза закрыты? Ну что это такое за моська такая? Так, и вот еще одна кофточка у нас, да? Красотуля. Давай, поверни спинкой. Ладуня, встань. Повернись спиной. Вот так вот, да? Красотуля. Тоже немножко большевато, но хорошо пойдет. Красивый? Так, мама тут одела подушки. Вот эти вот, мне кажется, очень симпатичные. Серая. Правда, вот эта подушка на камеру, она у меня выглядит... Шоколадный такой, шоколадный вот оттенок. Нет. Да, она на самом деле серая. Я говорю, что на камеру у меня она получается коричневатая такая. Коричневато-сероватенькая вот, да, такая вот, да. Ой, кстати, маме тоже очень нравится вот эта подушка. Давай, да? Мохнатая. Ну, не очень хорошо днем дремануть. Да, так подавить ее, она как раз вот подавилка. Да. Вот, и вот такие вот тоже два. Как раз у мамы тут обои такие. Правда, обои немножко более зеленые, да? Нет, вот. Почему? Какие цветы у меня голубые? Да, такие посветлее, а подушки поярче. Вот. Летнее небо. Да. Очень. Ну, маме очень понравилось. Да. А это мамина кофта. И она на камеру выглядит ярче, чем она есть на самом деле, да. Потому что, ну, я сейчас вижу уже в камеру, что она выглядит ярче. На самом деле она более такая приглушенная синего цвета. Это у мамы 58 размер. 58 я ей заказала. Немножко да? Да. Ну вот она. Вот. Ну нормально, хорошо. Вот. Но мама будет на занятия свои ходить. Да. Немножко длинновато. Вот она прикрывает пятую точку. Ну, у тебя рост сколько? Ну, 1,63 м, наверное. Ну. В молодости я 65 была. Ну, мама поменьше меня, да. Стопталась. Так что да, вот, кстати, мама носит тоже вот эти тапки. Да, вообще великолепно. Мы с мамой прям балдеем. Нет, у меня вот такое ощущение, как будто вот, знаете, вот когда одеваешь носочки, туда положишь этот горчичный порошок, и вот когда там вот одеваешь, она подошва немножко, знаете, так горит так. Очень приятно. Типа а-ля воротничок сделан. Да, вот одна, вот он... Как бы вот так, он как бы вытаскивается, вот он, здесь дырочка такая, вот он, типа хомутик, ну что, нормально, галстучек такой, галстучек это, ну да, нормально, хорошо. Вот это ее платье. Вот мое платье, его, конечно, нужно погладить, сзади оно чуть подлиннее. Боком встань, вот это, вот так вот, вот. Ламбада. Нет, надо не, надо попу вертеть, а не талии. Ну так вот, вот. Рукавчики мне нравятся. Да. А шейки? Да, вот, все хорошо. Нормально. Да. Мужчинам понравится. Вот, так что вот такой вот у нас с мамой был заказ. Нам очень нравятся тапочки с мамой. Колготки маме очень понравились. Вот, да?
Да, очень. Она боялась, что он у нее не налезет на умлы живота, но нет, очень даже хорошо. Он подтянул. Да. Так что все ссылочки я вам оставлю в инфобоксе. Обязательно проходите, смотрите. А колготки очень актуальны, между прочим. Да, колготки очень актуальны. С учетом того, что у нас сейчас в Питере сколько ночью? Плюс 7. Плюс 3 ночью. Днем плюс 7, а днем плюс 7. Да везде сейчас сказали, снег выпал. Да. Как не по всей России. Да, так и что, тепло. Так что, девочки, пора утепляться. Теплые тапочки и теплые колготки мы вам очень сильно рекомендуем. Да, колготки вот. Хорошие. Да. Ну и на сегодня мы с вами будем с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, нам это очень приятно. Оставляйте комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч.